Всем привет, дорогие зрители. Приехал в район Махмутлар. Нашел очень хорошую трехкомнатную квартиру с отдельной кухней по очень хорошей цене. Проект был сдан в 2018 году, так что она новая. Расстояние от моего места до воды 350 метров максимум. Я отмерил 320, но говорю, что 350 метров максимум. Квартира находится на стыке улицы Атачурка и Барбаросса. Инфраструктуры у проекта нету. Вот такое вот здание. Раз, два, три, четыре, пятиэтажное. Вот это наша улица Атачурка, которая стыкается с Барбароссой. Рядом есть мечеть, магазины, рестораны, сеть-маркет впереди и там потом. Вот отсюда видно, видите пальму, вот там море. Так вот. Магазин стройматериалов и тому подобное. Присутствует только один лифт и такой маленький сад. Виноград уже высох. Так. Айдат здесь, дорогие зрители, 25 лир. Но каждый год он на 10-20 лир поднимается. И учитывайте вот это. Вызовем лифт. Лифт на 8 человек написано, но думаю, что вместим 4-5 человек. Вот такая лестничная площадка. Вот такой лифт на 5-6 человек. Вот такая лестничная площадка. На этаже две квартиры. Так. Наша квартира. Ждемте. Здесь вот такой просторный коридор. Мы пройдемте в спальню первую. Вот наша спальня. Продается с мебелью и бытовой техникой. Хозяйка сама у нас в квартире. В конце она сама скажет цену. Так, у нас вот такой маленький шкаф. Здесь где-то 11-12 квадратных метров спальни. Кондиционер фирмы Arçelik, A++, инвертор. Здесь у нас балкон. В квартире два балкона. Вот такой балкон. Не маленький и не просторный, такой средний. Вид у нас на античный город Наула. Здесь никогда не будет ничего не строиться. Запрещено строить 50 метров. Вид не закроется, вид на город. И все, вот здесь еще вид на соседнее здание. Так, пройдем здесь дальше. Вот такой коридор, прихожая, просторная квартира. 2 плюс 1, 115 квадратных метров брутто, 100 квадратный метр жилая площадь. Вот такой санузел, в квартире только один санузел. Стоит проточный водонагреватель фирмы Siemens. Пройдем здесь вторую спальню. Вот наша вторая спальня. Тоже где-то 10-11. Здесь 10-11 квадратных метров. Это немножко поменьше. Ламинат уже установлен. Тоже кондиционер фирмы Arçelik. Стоит маленький шкаф. И вот такая вот квартира. Здесь вы можете установить встроенный шкаф. С левой стороны от меня отдельная кухня. Плюс этой квартиры. Вот такая кухня. 8-9 квадратных метров. Бытовая техника фирмы Arçelik полностью. Стиральная машинка, посудомойка, духовка, плита, вытяжка и вот такой холодильник. Кажется, 420-450 литров вместимость. Такие потолки, шкаф, кажется, с доводчиками. Да, шкафы с доводчиками.
Короче, покупай, переезжай и живи. Квартира под ключ. Вот это наша гостиная комната отдельная, просторная, где-то 15-18 квадратных метров. Сейчас что-то не могу определить. Тоже стоит кондиционер фирмы Arçelik и вот наша гостиная комната. Это наша хозяйка. Да. Сейчас она цену сама скажет. Вот такая просторная квартира. Ламинат уже, как сказал, установлен. Зимой не будет холодно. У нас зима 2 месяца, 3 месяца максимум. Одна неделя, две недели бывает более-менее прохладно в Алании. Так, такая просторный балкон такой вот. Здесь Ататюрка, вот там стыкается Ататюрка с улицей Барбаросса. Вид отсюда чуток видно море. Магазины я уже вам показал. Рядом также есть парк в той стороне. Ичкент парк называется. Все, дорогие зрители, сейчас я пройдусь в гостиную, чтобы подвести итог о этом проекте. Так. Ага, наша хозяйка. Всем привет. Хочу подвести итог. Этот проект был сдан в 2018 году. Расстояние до моря максимум 350 метров. 115 квадратных метров это брутто. 102 квадратных метра жилая площадь. Два балкона. Один просторный, один такой маленький, средний. Один санузел. Две спальни и одна гостиная комната. Плюс то, что у этой квартиры отдельная кухня. Квартира продается с мебелью и бытовой техникой. Да. Хотел уточнить у вас, Шолпанханова, окончательная цена этой квартиры какая будет? 64 тысячи евро. Это срочная продажа. Но если мои клиенты обратятся, мне будет какая-то скидка, так как мы давно друг друга знаем? Да, конечно. Маленькая там, да? Вы услышали, дорогие зрители, это срочная продажа, по структуре нету, айда 25 лир на данный момент, каждый год поднимается по 5, 10, 20 лир, в зависимости от инфляции в стране. Все, всем желаю добра, здоровья, крепкого и побольше позитива. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район Махмутлар. Всем пока-пока.